boys and girls. Смотри, она, видишь, пустая, просто пустое кольцо всевласти. Кирита сразу принял. Поставь стандартную карту. Еще какую-то хуйню найти. Ну, протестить, может, хотят. Ну-ка, давай сбросим. Мы... Нахуй, блядь, ботами протестить. Голубой. Да нет тут карты, поставь стандарт. Он хоста отдал. У тебя карты нету. Ладно, что ли, блять, вы нахуй этот. Блять, сливайте нахуй, дайте мне хоста, вы заебали своими картами. У меня нет этой карты, как я забыл, блядь. И у Войда ее нет. Или есть? У меня она есть, просто у нее картинки нет, она как бы, ну, название вот написано. Кем ты вышел? Ну сейчас посмотрим, да, если что, блядь. Чисто, блядь, разведчиком полетаем. Ой, бля. Посмотрим, что рабочая, нет карта. Так, блядь, все ви... Вот у меня пукан горит. Почему много людей играют за ВИЧ? Точнее, почему так часто? 58 другие объекты, 0 городов, блядь. Ёбаный свет, что это, сука? Какой-то замок. Так, 30, Тимония нет, нихуя, все на нулях. Шахты нет, паук. Так, паук стреляет на ходу, боеводница, огонь даже на ходу. Так, чё? Атака один. Вы вместе играете. Ну, у вас противника нет, блядь. А хуй знает, да, что за хуйня? А что здесь есть? Хуйня какая-то. И что? А какой цвет? Я забыл, какой цвет, сука. Синий вроде. Так, что это? Так, снабжение. Хуй знает, а что делать-то, блядь? Ладно, хуй с ним, давай эту хуйню прокачаем. Да похуй, я вообще буду копить на героя, нахуй. А что этот паук? Ну давай похуй, пускай разведает. Ctrl 1. Качай свои хуйни. Какие хуйни, хуй знает. Давай, что там можно построить? Нихуя нельзя построить. Да и смысл, блять. Сейчас я героя сделаю. Скважину ебнуть, слышь. Кого ебнуть? Скважину. А, или накопить. Построишь ветву. Не-не-не, шахту поставь. Шахту? Она 50 так. Стоит. Да это понятно, ну, шахту, что на 50. Блядь, постройка. Постройки зайди, шахту поставь. Да я хочу, сука, эту. Я понимаю, что шахту, блядь. Я хочу героя ебаного построить. Какой герой, блядь? Сначала шахту поставь, потом накопится, блядь. Сука. Ладно, хуй с ним. Блядь, и сразу, видишь, как хуёво. Ну, блядь, золото-то плюс 10, а где тогда золото брать? Ой, блядь, залупа. Ну и всё, Сигим вылетел. Подать голос. А чё, сдаться и выйти, хуй с ним. А нет. Хуй знает, но это... Чё за хуйня? Блядь. Я хуй его знаю. Ну заспам одного пехотинца. Блять, а где мой паук, сука? Да он съебался куда-то. А, вот он. Нахуй он так бегает, как дурак, нахуй. Сука, чё он там не разведывает, где темно? О, нихуя. Смотри, вот эта хуйня золото дает, но она стоит дохуя. Паук, стой, сука. Сейчас смотри, я эту хуйню захвачу, нахуй. Да он бить может? Да он это. А, да у него атака-то один, ебаный бро. Смотри, 120... Ну, блядь. Размер малый, здоровье 120, таранная. Атака один. А у этого петуха 7, нахуй, да он его разъебет. Пиздец. Залупа это все. Ну я хуй знаю, что тут делать. Тут героя надо звать. Хули, ну, Тимоний, ладно, хуй с ним есть. Ну вот этого петуха построить, ну-ка. Так.
Пока тут копится, можно одного построить. Ну, хоть атака есть, значит, захватим эту хуйню. Может, там она постоянно спавнится начнет. Вон, изобретил какую хуйню. Вот эту? Да, это баф какой-то. Наверное. Нестрельная промышленность, блядь, что она дает? Тимонимся. Блядь. Ну, без нее у тебя, скорее всего, мушкетеры появятся. Не точно. Не, ну... Ты что, брезгуешь, может... блядь, нахуй играть? Не, не я играть. Просто думаю, вот эта хуйня, наверное... А, может, вот это откроется? Да, вот, вот, видишь, откроется вот эта хуйня. А нахуй я тогда того строил, блядь. Ладно, хуй с ним. Золото все равно, инком маленький. Бля, пиздец, сука. Как ему золото-то увеличить? А что если его с этим направить, торговать? А ну-ка. Что Кирита делает? Какого он цвета вообще? Бля, а хуй его знает. А ты торгуй с этим, блядь. С голубой. А я нажал торговать, а нихуя видишь, инком не изменился, блядь. Пидерсия, блядь. Ну это хуйня, хуй знает. Это я пока дождусь Тимония, блядь. Я хочу эту Ленору призвать, блядь. Какой еще торгуется? Центр? В постройках, так. Ну вот смотри, зато теперь эти петухи у меня есть. Давай призовем одного. Торговый центр. О, нихуя. Механизированные казармы. Это, наверное, что откроется? Это у нас не это. Постройки это, нажмем. Что за торговый да. центр? Торговый центр. Так, а вон, на Е, на Е, нахуй. Е. Какое Е? Блядь, сколько ну, на букву шахта. Е. Ну-ка, буква Е. И что это? Торговый центр, нихуя. А где он? А, вот он, это же как лаборатория, типа. Давай, хуй с ним. Построим, блядь. А тут нихуя себе пуля, блядь. Коневодство. Заебал, сука, где эта хуйня? Сейчас я его разъебу. Во. Где он был-то, блядь? Где мой паук, блядь? Иди сюда. Где-то я видел. Нет, не это. Вот эту я хотел. Нет, не это. Вот эту я хуйню хотел захватить. О, изучим давай золото, нахуй. Мои ребята, где они, блядь, идите сюда. Вот эту хуету мы сейчас захватим. Сука, о, иди сюда. Так, а что там с торговым центром? Блядь, где наш караван ебаный, ну-ка. Он не хочет с ним торговать вообще, ну-ка. Даже так не хочет. Ну, там хуй, караваны блядь. Создавать надо. А, караваны, ну-ка давай попробуем. О, заебись. Один создам. Так, где мои ребята, блядь? Давайте-ка захватим эту парашу все. Сука, в атаку. Паук, съебись. Смотри, он на паука идет, петух. Давай покатим его нахуй. Смотри, нихуя. Разъебываем. Разъебывать его, ребятки, блядь. Сука, назад. Смотри, нихуя я умный, да? Ёбаный свет, нахуй. Давай, бля, ёбаный в рот. Сейчас он сдохнет уже. От туре. Да, сука, ты чё? Опасность. Всё, ебаш. Хуярь этого дурака. Всё, заебись. Захват идет. Давай что-то здесь посмотрим. Сейчас я, блядь, призову Ленору в пизду, потому что летающий мне сейчас больше интересно. Так, стрелялка. 10 таранная атака. Тут какая-то хуйня. Чё, казармы, блядь. Ну это такое же, как и эта хуйня, да? Ну. Так, где механизированные? Блядь, ну это проебу столько золота. Сначала лучше героя призову. Призову. А где? А чё, 350 тимония, ты нахуй, чё, брезгуешь его тратить? Чё? Да сейчас потрачу. Это, два этих самых, ну можно еще караван ебать. Ну давай тогда вот этих построим. Вот так вот. Ну и сейчас красный герой останется. Чё, Кирита уже выиграл? А хуй знает, как тут выиграть-то, блядь. Ну вот эту нейтральную хуйню позахватывать, а чё они делают? Хуй знает.
Союзники, блядь. Это Маурицы какие-то, блядь. А, так там против меня такие же, что ли, играют? Ой, бля, я не ебу, короче, что происходит, бля. Я захватил эту хуйню. Так, призываем, блядь, Нору нахуй. Так, внутри этих есть и 60 так торговых путей. Так, там же Тимония теперь. Да, ну сейчас построим еще, значит, тут. Сука, что за хуйня? Надо больше этих торговых центров хуярить. А сейчас центр въебу. Тут вот там. И он откроет вот эти пути, да, вот эту вторую хуйню. Да. Так, количество, ну, тогда... возможных планов. Это 75 возможных путей, блядь. Да, да, я вижу, вот дохуище. Вот, теперь инком золота хоть нормальный стал. Давай починим, похуй. Так, здесь что, давай вот... Не, это нахуй надо. Блять, а как эти... Исследование эта хуйня дает по одной штуке, что ли? Так, вот увеличилось. Ну тогда строим сразу здесь и здесь, по каравану. Это ничего не делает. Так, здесь что? Перская обсерватория. Снабжение, блять. Хуй знает, что это дает. Механизированную хуйню надо вкачать, наверное, вот эту вот. Сейчас подкопится. Олинора, заебись. Ну-ка. Давай-ка, а что ей делать можно? Ей... Посмотрим, что здесь, может, захватим. Давай, ебашим. Давай, сука. Кстати, у него тараная такая же, как обычно. Ну, блядь, залупа. Я видел единичка там. Нет. Единичка тоже? Единичка, но... Он нихуя не топчет, походу. Он даже не топчет их, блядь. Да и хуй на него, блядь. Сейчас мы Ленору прокачаем, блядь. Так, а это что там? Механизированная хуйня. 150 сотка. Так, караваны есть, заебись. Чё золото? Такое? А? Ты кто, H-Pomp делал? А хуй знает, кто это делал. H-Pomp, наверное. H-Pomp. Так, что тут? Они же милики, да? Отступники. А, нет, мушкетеры, сука. Это мушкетеры. Ну а нахуй я и захвачу тогда. Ну-ка. Этого атакуй. Этого захватываем. И разъебываем. Все, заебись. Так, а этих ребят. Так, кстати, они здесь строятся. Ну-ка. Так. Это все сюда будет идти. Теперь... О, пушка, нихуя, я ебал эту пушку. Вот этот лагерь лучше пойдем захватим. Нормально будет. Да, все-таки эту хуйню вдруг кого разъебывать придется. Так, кстати, изучаем механическую хуйню. Построим еще, ах ты, сотка стоит, сука. Башню ставить? Нет, да нахуй надо. Так, тут разъебываем. Так, гравер тут заебись, все. Эта хуйня производится. Блять, а большой город-то нет у меня. Ладно, хуй на него. Предел населения еще есть, блять. Хуево. Че у нас предел будет давать? Ну-ка. Так, эффект. Защита наземных воздушных целей. Да, бля, иди в пизду. Тимоний, причем, смотри, стоит. Это все, Тимоний. Так, паук-то у нас совсем бесполезный. Ну, типа разведчик, наверное. Захватывай, займал. Так. Да нихуя, даже не давит, блядь. Сейчас сдохнет еще. Кто там мой стреляет район, где нахуй, что за хуйня? Смотри, нихуя он ебанулся. Где это, блин, Нора, блин, ну-ка иди сюда. Бля, пиздуй отсюда, сука, ебаный оранжевый. Сука, дурачок. Блин, тут, блядь, забыл. Давай я разъебываю его, нахуй. Чепуха.
постоянно его поливаю. Ну, он слабый, блядь. Сейчас снабжение крутю, ебем, ну-ка. Бля, что за хуйня? Механизированную хуйню я что, не качал, что ли? Новое издание, аэродром. Качаем, да? Качаем, похуй. Бля, я хотел вот эту хуйню. Так, разъебал этого дурака. Это я что, захватил? Захватил, заебись, здесь что? Сука, кто атакует? Ты что, ебанулся? Там скрипт был, там, а там не было скрипта. Не, это он бегает какой-нибудь, оранжевый гусь. Сука. Ты же скрипт не качал на этот карт? Качал. А, качал? Да, там был какой-то скрипт. Ну чё, давай домик захватим, население надо, нахуй. Ой, блядь, ёбаный в рот. Сука, сдохни, нахуй, заебал. Тебя ща разъебу. Я же на ходу умею атаковать. О, хорош, видал? Кого ты там захватил, ебанулся? Сука, смотри, он охуел вообще. Ща я починю, бля, ёбаный в рот. Разъебываю этого дурака, блядь. Хуль ты там атакуешь-то, блядь? Сука. Давай дико разъеби этих дураков. Так, эти сюда, блядь. Паук, блядь. Паук, съебись немножко. Сейчас мы их разъебем, блядь. Ой, сука. Так, здесь что у нас? Давай, блядь, что? Мушкетера сделаем, нахуй. Че, о, нихуя, смотри, власть над небом. Че это за хуйня? Я хуй знаю, че это. Аэродром построить. Копить на него. Блять, свалка механизмов, блять, че там. Паровая техника. Большая мощная крепость. Чинимся. Захватывай, пизду хуй стоишь. Так, далее. Кто там, блять? А, все, население взял. О, заебись. Можно вызвать этих. Блять, а как город-то, апа? Чё за хуйня? Так, ладно, пошли, блин, дальше. Шахту ебанём. Здесь шахта есть. Если чё, нападут, призову, блять. Так, здесь заебись, всё. Так, две стимония аэродромчика захуярю. И чё, или построить еще один? Через апгрейд. Коневая хуйня. Снабжение. Надо нам снабжение, нет, хуй знает. Таранная, блядь. Знаю, давай, блядь. Вы шахтами залежу. Нихуя, сотри. Паук, причем охуевший. С нихуя он разъебывается, три нихуя. Да ну нахуй, ну-ка. Не может даже захватить. Бля, я зря использовал, ну ладно. Тут и шахтеры эти дерутся, где они? Сейчас выделю, блядь. Смотри, шахтеры хуярятся. Две, три атаки аж, нихуя. Так, ну аэродром строим, нахуй. Блять, надо было крепость, конечно. Чё крепость стоит? 150, ебать. Всё, сейчас, блядь, построим. Я чё, блядь, вот это вот гуси зеленые, блядь, красные, это все боты, что ли, или чё, я хуй знаю. Кто у нас? Маурицио, Лацио, Хуяцио, блядь. А кто игроки-то? Я один тут хуярю или чё? Пиздец. Так, аэропорт. Ах ты, сука. Власть над небом, так власть над небом. Чё там, свалку давай. Так, тут чё, тут всё заебись. Не буду пока эту хуйню строить.
походу городов тут не дают. Так, ну и чё? Башни эти ебаные. Надо вот эту хуйню позахватывать. Так, идите-ка сюда все, блядь. Так, башня. Еще одна хуйня. А это чё? Еще лагерь. Ебись. Так, чё здесь у нас? Здесь нихуя. Так, ну-ка, какие они там? Это вот этот обоссанный. Это, блядь, обычный механический. А это, наверное, нормальный паук. Давай нормального, нахуй нам тот. Да и бойные эти, блядь, ну хуй знает, давай тоже. Так, чё там, власть над небом, блядь. Давай ебашим. Как такая... А, блядь, лаборатории-то здесь нету нихуя. Ладно. Так. Кто там чё атакует, блядь? Смотри, нихуя типы ебашат, да? Где-то еще у меня хуйня была. Ну и все, сейчас этих будем хуярить. Я вы охуели, блин, ребята, на. Так, что там нахуй? Да я хуй знаю, эти петухи, смотри, еще летят. Ладно, заебись карта, конечно. Ну, давайте это самое. Это. Потом наебнем, а то что-то непонятно, как эти стоят, блять, как-то хуй знает. Тут в натуре надо 8 игроков.